Ай-яй-яй, ты чёрт. Как он его, а? Ну не черкнул. Вроде нет. Не, черкнул по... Черкнул? По защите. По защите колеса заднего. Ё-моё, дурак! Идиот! Вот баран, а! Вот этот выскочил! Да? Телефоны у всех Пиздец. Там дом, ты не планы нахуй. Сигареты и хлеб. А, ну вот, видишь, как собрали к Астру. А заправку, либо сейчас заехать на заправку. Давай у нас, конечно. Или у нас. Ты дурак, блядь! Ты дурак! Блядь, ну чё нахуй? Ой, Степ, я деду могу помыть, если надо, если доплатят. Бабе Оле постирать. Ага. О! Хотя сказали, в конце недели будет очень тепло. Повышение температуры. Сука, тварь! Пиздец. Контроль скорости. Фотофиксация в спину. 70 км в час.
Так, длинномер. Ему для полноценного поворота понадобится закрыть оба ряда. Поэтому либо мы первым пройдем, либо он первым. Знаешь, иногда хочется прям в какой-то фильме «Человек-муравей». Из такой большущей машины превратить, знаешь, вот эту маленькую машину, которая это радиоуправляемая, и проехать под машинами там вот так. А потом опять увеличится. Фига себе! Сейчас... Опа-на! Твою мать! Все, встали. Теперь все встали в дочь. Побочник-то проедет? Фиг там. Он встал. Он что, не видит, что произошло? Он в мертвую зону к нему залез.